Теперь будем делать тычинки. Тычинки будем делать из трубочек, которые можно сделать с помощью фильеры. Ссылочку на мастер-класс я вам дам. Делаются они из ткани по косой. Полосочки выкраиваются шириной где-то 5-6 миллиметров и смазываются клеем. И проводятся через фильеру. И так получаются примерно вот такие у нас тоненькие трубочки. Из этих трубочек мы будем делать тычинки. Всего в этом цветке 6 тычинок. Одна основная и 5 вокруг. Итак, вот в зависимости от длины тычинок, ну где-то они, наверное, сантиметров 15, может быть, даже 18. Чуть побольше или чуть поменьше, в общем-то, здесь размер тоже особо не играет значения. Итак, вот мы можем их... Так, 1, 2, 3. Надо сделать, чтобы их 6 штук было. Вот этих, из этих больших я их тоже сложу. 4, 5. И еще одну. Вот так. 6. Сейчас я посмотрю, какой они длины. Выберу из них. Ну, допустим, вот это самое будет длинное. А оставшиеся мы их просто возьмем и немножко подровняем, чуточку буквально, чтобы они у нас были примерно одинаковыми. То есть одна чуточку торчала, буквально чуть-чуть, вот видите, где-то на сантиметр, а остальные были такие. Обрабатывать их будем одинаково совершенно. Берем клей ПВА, обычный ПВА, канцелярский. Вот. Обмакиваем кончик и в окрашенную манку. Все. И раскладываем на стекло. Будем сушить. Чуть больше, чуть меньше будет такой желтой пыльцы, это не важно. Главное, чтобы видно было, что это пыльца. Можно даже взять полностью все три оставшиеся и так их поместить. Так мы сэкономим время. Итак, наши тычинки готовы. Теперь нам надо их соединить вместе. Соединяем сосновой со стеблем. Опять же, берем сначала проволоку. Вот проволоку, ну, в принципе, по любой длине берите. Можно сантиметров 30, вот как, например, у меня где-то примерно. В зависимости от того, какой высоты цветок вы хотите делать. И также берем такую же трубочку. Она делается идентично, как и эти трубочки, только ширина косой полоски у нас где-то в пределах 1 сантиметра. И пропускаем мы ее через самую крупную дырочку фильеры. Теперь берем мы проволоку и вставляем нашу трубочку вовнутрь. Вот она у нас вставлена, видите, легко вставилась. Вот видите, с этой стороны и с этой стороны. Все, теперь берем наши тычинки. Сначала открываю клей, смазываю клеем. В принципе, клей можно брать, наверное, титан лучше было бы взять. Ладно, можно и таким клеем. В конце концов, потом, когда будет уже наклеиваться цветок, надеюсь, закрепит очень все хорошо. И все наши 5 тычинок с 6 основной
выравниваем их по линии. Берем вот так, схватываем все вместе, примерно по высоте, отступая где-то вот сантиметра 2-2,5. Вот так вокруг обкладываем. Смачиваем клеем. Ой. Перебор. И берем гофробумагу. Гофробумагой аккуратно обкручиваем. Вот это место, все у нас будет закрыто. Закрыто будет очень хорошо, но тем не менее надо нам все же делать так, чтобы все здесь соединилось достаточно так хорошо.